Эмеральд? Нейзи? Что ты тут делаешь? Да фиг его знает. Что-то... Как-то... А где мы вообще оказались, чувак? Что за заводочка? Это шлюпка какая-то. Какой-то спасательный круг, не знаю. О, остров, смотри. Где? А я как раз на острова летел. А где самолет мой? Нигде не вижу его. Ладно. Ладно, окей, дорогие друзья, всем привет, с вами Эмеральд и Нейзи, и это очередной наш летсплей. На этот раз мы находимся на островах. Ну да. Да. Только это Stranded Deep, да? Да. Stranded Deep острова, и нам сейчас придется плыть. На какой остров? Я думаю, давай на этот. Да, первый вот этот. Оп. Опа! Отлично. А, кстати, смотри, когда под воду ныряешь, да, появляется текстурка этого бедрока. Нет, у меня не появляется. Ну, нырни под воду. Ну, знаешь, типа, ну, очертания вот эти вот. Чертания. Пиксельные. Даже у меня этого нету. Ну, ладно. Там у нас крабы. О, крабики, смотри. Так, ну пока крабиков трогать не будем. Ну, пусть они себе живут тут. Да, и значит у нас вообще ничего нет из-за предметов. Да, и сейчас мы будем пытаться добыть дерево. О, и... Зёбра. Смотри-ка, зёбра. Что он за звуки издает? Что тут овца? О, смотри, затонувший корабль. Где? Во, поплыли туда. А, он? Нифига себе. Давай. Крабовский там. Карповский. О, там еще один остров впереди, смотри-ка. Да, я вижу его. Для начала давай корабль обследуем. Да, давай. А, что тут у нас? У нас корабль. Ты не забывай, это воздух ограничен. Точнее. Черт, ничего нету. Ничего нету? Окей. Валим срочно, пока не задохнулись. Да. Погоди. Черт! Я в... А, внизу. А, я застрял! В смысле, где? Черт! Фух. Где застрял? Есть, я вовремя выбрался. Ладно, тут ничего так. Не было. Гадость. Ладно, пошли на другой остров. Только хп зря отнял. Ну ладно. Может, на том острове. Ну, стоп, а вон там дырки что-нибудь есть, погодь. Такой дырки. Сейчас плаваю. Тут еще дырки. Какой еще дырки? Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то я как-то нет. Нет, тут тоже ничего нету. Все, я уплываю. Я так и думал. Я уплываю, и у меня нету воздуха. Уйдем на островок, вон этот вот. Фу, я выплыл. И может быть там мы что-нибудь найдем толковое, нормальное. Это что там такое? Тут у нас курятин. Сой, иди сюда, иди ко мне, плыви назад. Вот, фу, смотри. Где? Сейчас погодь. Смотри, погодь, сейчас я подойду. Смотри. Ой, я как этот крокодил, знаешь, плыву. Пошли за мной, да. Я тебе покажу, короче, сейчас. Это что там, линия электропередач? Идея. А, о, это корабль. О, нифига себе, корабль реально. Слушай, он так красиво выглядит, слушай. Да, так красиво выглядит. Да, вот. Тут... Прям почти не разбитый какой-то. О, сундучок. Тут часы лежат. Ничего нет. Часы лежат. Ничего нет, и какой-то. Стоп, ядерный реактор. В смысле, где? Смотри, я нашел ядерный реактор. В смысле? Что такое? Покажи, где. Вот. Ты где сам? Вот сюда. Иди сюда, я тут. А, окей, иду. Ну-ка, вот-вот-вот я. А, это не ядерный реактор, это помпа вообще-то. Помпа? Ну, она воду выкачивает. Я об этом не знал. Ладно. Так, мне надо выбраться теперь все. А где строиться будем-то, да? Строиться? Я думаю, пока в этом корабле поживем. Давай его оккупируем. О, смотри, там еще один корабль. Да сколько же их тут? Офигеть. Как короче, будто тут пираты побывали. Да, как будто, знаешь, потопили пираты все корабли тут. Ну, хотя, знаешь, мало ли что-то происходило. Угу. Окей. Он, кстати, довольно большой. О, там еще один корабль. Ну ладно. И там губка есть. Ну давай, короче, сначала на вот этот корабль плывем. И боюсь, так, нам хватит, воздуха давайте. Не хватит тут. Хотя не, хватит. Мы будем быстро, окей, да? Да. Попробуем быстро. Так, в первом сундуке ничего, я всплываю. Так, я тоже всплываю. Ой, меня все. Так. Так, есть. Я боюсь, тут вообще ничего нету. Возможно. Возможно, да. Не, возможно, что-то лежит. Так, тут тоже ничего не... А, стоп, тут подышать можно, во. Сквозь вот где? Эти плотики. Ну, проплыть, все. И тут дышу. Нифига нет. Черт, я умираю. Мне надо срочно всплывать. Черт, половина хп уже. Хоп, фу, все. Давай за мной, хп я еле выбрался. За мной, я сзади. Где? Сзади. Вот, окей. Видишь? Плыви за мной. Там еще один. Да сколько же их тут? Столько кораблей, ничего у них нету. Кстати, да. Уже ограбили до нас, видимо. Мародеры. Срано, вот кто тут может быть, а?
Тут даже острова эти не вырубили. Ну, одно я только хочу тебе сказать. Нам лучше жить на вот этом корабле. Он такой очень красиво выглядит. Мы его отстроим, и он будет большим красивым домом. Большим красивым домом? Ну, а что, сейчас многие люди так живут в домах-кораблях. В смысле, где? Ну. В мире? Не в русскоязычных странах. Понятно. Ну ладно, давай сюда вниз тогда поплывем. Ой. Так, ну что тут у нас имеется? Ой, черт, я уже... топор нашел каменный. Топор? Угу. Стоп. Погоди. Каменный топор нашел. Так, тут ничего нет. О, я нашел. Тут нет воды. Черт. Тут дышать можно. Где? А, там внизу в трюме. Ага. Там, наверное, это. Зажигалка. Да? Да. Зажигалка, найс. У меня топор. Ай, черт. Черт, меня что-то бьет. Неизвестная сила. Техносила. Так, ладно, думаю, вот этих кораблей тогда так достаточно будет, да? Окей, уж. Да, их вполне будет достаточно. Давай, выплывай. Мне выбраться. Выплывай. Давай, выплывай! Все, давай, так, давай за мной. Я выплыл. Пошли тогда, застроим корабль тот. Ну да, и будем там жить. Блин, плавать с топором, знаешь, так. Жить как в Стрэндедипе прямо. Хотя нет, в Стрэндедипе мы не могли на корабле жить или могли? Могли. Там, когда, ну, корабль прибивает к этому, к острову, мы можем там застроить фундаментами его. Все такое. Ладно, давай пока добуду дерево. Давай. Все, мы никак не можем поставить этот мод, когда рубишь нижний ствол дерева, там все падает. Так он же конфликтует со многими. Ну да, он конфликтует с модами, поэтому... Так, опа, отлично. Так, я начну, пожалуй, его делать. Так, значит... смотри, я тебе еще дерево дам, бери. Окей. Я какао нашел. Печь тут у нас и так есть. Печь? А, вот, печь. О, стоп, тут лодка. Водка? Лодка? Какая водка? Лодка, а не водка, алкаш. Где? Тут, я нашел в трюме. В трюме? Покажи, да. Покажи, где. Вот, смотри, я уже достал оттуда. Так, смотри. Была или какая? Короче, смотри, где я хочу, чтобы мы жили. Я хочу, чтобы мы жили в трюме. А где лодка-то? О, кстати, тут подобие кровати. О, да, все, можем тут спать. Не можем. Почему? Вот, я смотри, пробовал. Иди сюда. В смысле? Ну, иди к кровати. Опа. Это разве сон? Да. Ладно. А помпу что, можно включить как-нибудь, чтобы она откачивала? Что, я буду добывать песок пока что. Так, нет, я ее сюда поставлю. Я буду добывать песок, чтобы у нас он стекло? Был как бы... Стекло? Да, ну стекло. Ну, так, да. Я нарубил дерево. Как его обустраивать будем? Обустраивать дерево? Ну, не знаю, слушай. Давай подумаем. Окей. Ой-ой-ой-ой. Как ты вообще планировал это делать? Я лично думал... Да я пока никак вообще не планировал тут кнопки. Честно говоря, для начала нужно хотя бы построить кирку. Да, кирку надо сделать. Надо, блин, вот... А, во, тут камень есть, слушай, можно накопать. Что за фигня? Чё? Ладно. Так, окей, и что мне еще? Так, я пока что сделаю каменную кирку и вот тут накопаем, которая на острове. Солнце, конечно, перевёрнутое. Как бы вниз нам нельзя лазить, потому что там бедрок, ну... О, я железо нашел. Да? Да. Я нашел железку. Мы можем, короче, рубить камни, которые только на поверхности, а там внизу бедрок прям сразу. Ой, отсюда эти сильверфиши вылезли, ну, чешуйницы. От гадости. Ай, давай, уйдите топчик, нафиг топчик. От меня. Ай. И страшно. Нет, за что. Все. Так, окей. Офигеть, окей. Чешуйницы вылезли прямо из камней. Не знаю, такое вообще бывает. Ну да. Ну ладно. Тогда я, пожалуй, знаешь, как я буду делать? М? У тебя есть камень? Да, вот, на, держи. Я сделал тебе этот мотыг... Ой, кирку мотыг. Тебе дать кирку? О, давай. На? Я буду добывать камень. Угу. Кстати, скоро ночь уже, нам нужно уже, пожалуй, делать... Достраивать свой дом-корабль. Да, дом-корабль. Ну, правда, тут это же... Ай, опять! Чёрт, они меня убьют сейчас! Ай! Беги ко мне, я их убью. Чёрт, гадость. Чёрт, всё, мне убью, надо добыть еды на самом-то деле, потому что я кушать хочу. А, давай крабы сейчас поубиваем. Я их не могу убивать, они меня сами убьют. Крабы? Крабы не убивают. Они мирные. В смысле, они вообще не умирают? Ой, не убивают. Они не убивают тебя. О, тут курица есть, давай курицу приготовим. Давай. Так.
Такс. Потому что сырая курица, она же может заразить, да? Ну, конечно. Ну, благо у нас есть, на чем готовить. Так, все, две курятины, готово. Потому что это же, как бы, реалистичный такой видосик у нас будет, поэтому тут нет никаких монстров ночью. Естественно, нету. Типа криперов там и прочей хрени. Например, в реальной жизни они есть? Нет, нету, ну все. В реальной жизни? Неизвестно. Не, ну, кстати, может и есть. Не, ну, призраки, может быть, конечно, и есть, хотя я лично в них не верю, так как я их не видел ни разу. Так. Так, покешки. Блин, так, знаешь, прикольно очень. Так, где ты еду положил? Я это вниз поставил жариться, окей. Видишь? Так, как раз я тут все срублю заодно. Так, давай еще деревце нарублю, будем достраивать. Так, эту гадость надо застроить. О, тут обычный дуб есть, слушай. Прекрасно. Погодь. А где у нас... А, о, кушанье. Вкусно. Отлично. Так, ты теперь... мне эту курочку оставь-то? Конечно, оставлю. Вот она у тебя тут будет лежать. Хотя у меня голод, ну, только одна полосочка потратилась, ну да ладно. Так, уже у нас ночь на самом деле. Да, ночь наступает. Такая красивая ночь тут. А тут овцы есть, ну, чтобы хватит? Овцы? Угу. Я вроде бы видел овцу, но... Честно говоря, я не помню, на этом острове это было. Это на другом было. На, короче, дерево застраивай этот. Так, окей. Погоди. Я тут на самом деле очень мало чего вижу, потому что, как бы сам понимаешь, тут у нас очень темно. Ну тут, слава богу, нет этого. Ну, с этими шейдами, которые... Чёрт, сильверфиши! Сюда иди. Где не вижу? А, вот. Вот корабль. Короче, в этих камнях водятся чешуйницы. Ненавижу эти камни. Надо, кстати... О, у нас уже тут есть вполне сносное железо. Да, железо? Да. О. Я же тебе говорил. Ну тогда будь железо, из него-то не вылезут они. Так точно. Так, из него я уже приготовил... У нас уже стак дерева дубового. Из железа мы можем приготовить очень крутой инструментарий. Да. Но только нам как бы шахту тут копать нельзя. Если я не ошибаюсь, из него мы можем сделать оружие из фонс-мода. Да, можно. Да. Чем мы займемся чуть попозже. Да, на, держи пока что этот... Ну, так, погоди. Доски, давай кидай их сюда. Ой. А, вот, супер. Сейчас у нас будут факелы. О, да, вот факелы, да, очень нужны. Да, вещи. И надо срубить эти блоки нотные. Нотные. Ну, они нотные, как бы. Блин, знаешь, прикольно так. Ламповая, да? Необычный летсплей, видео такое необычное. Не, ну если кому-то понравится, можем сделать его. Нет, конечно, мы можем сделать цикл из этого, это все от вас зависит, повторяю. Просто Эмеральд немного по времени, ну, не успевает там. Ну, такой чуть-чуть бывает есть. А, и кстати, насчет зомби-апокалипсиса с девушкой, да, я вроде говорил, что закончен, но нет, все будет нормас, продолжим. Это, кстати, радует. Да, не бойтесь. А то вон, видели? Возможно, там даже я буду. Да и он будет, конечно. Да. Куда же мы без Эмеральда-то? Ура! Окей, так, у нас тут... Ура! Так, я уже сделал нам микрокомнатку тут. О, да? Да. Тут микрокомнатка у нас будет... А, черт. Ой, и что тут воды не лилось? Так. А, помпу давай сломаем. У тебя же каменная кирка. Ну ладно, я сломаю. Почему бы нет? Для начала нам нечего откачивать. Свалить. Так, а тут у нас будет окно. Тут сделай из полублоков. Во. Так вот. В стиле Робинзон Крузо, знаешь? Так? Ага, еще бы. Так, тут у нас кладовая будет. Так, я вот сюда верстак поставлю. А тут у нас будет мебель стоять. Какая мебель? Нам еще бы пол сделать нормальный. Да что, мебель-то легко сделать. Не, ну на самом деле да, легко, но пол-то важнее. Ну, пол-то важнее, да. А. Че, нам на песке шли спать? Ой. Мы что, дети 90-х, что ли, на песке спать? Давай я, короче, на детской площадке. Я к печкам поставлю верстак. И сейчас забабахуй стул. Давай. Раз стул. Два стул. А шерсть можно искусственным образом как-то сделать? Шерсть, ну, из паутины.
А, точняк, слушай. Но У нас же пауков нет мы почты. не наблюдаем. Во, смотри. Так. Хотя не, вон там уже окно будет, да, значит, вон там напротив А окна тут надо у нас поставить. вместо вот этой вот дефекта будет вот такой вот. Вот такой вот. Вот Ух ты, такой тут вот слышишь, с коврик. этими шейдерами отражение на полу есть. Да? О, Да, я вот вижу. видишь? Это неплохо. Во, смотри. Неплохо. Опа. И тут у нас будет такой вот миленький стол. И тут, а, ты Тут будем приготовил? кушать и все такое. Окна приготовил? Окна. В процессе. Во. Так, значит, тут у нас будет вот железо. Окей. Так, Так, что тут у первое нас? окно тут уже есть. Так, как тут у нас обстановка и дела? Надо пойти нарубить дерево, я этим сейчас займусь. Ага, да, окей. Хорошо, что тут монстров нету. Монстров нету, это очень радует. Да, вот монстры, потому что они все время нам мешали Да, ночью и рубить теперь дерево. мы будем спокойно, так сказать, наслаждаться Причем, жизнью. знаешь, тут сейчас настройка легкая стоит, да, а монстров нету. Ну да. Вот так вот. Вот так вот бывает. То есть они тут не будут спавниться, тут все как в реальной жизни. То есть мы, если искоренили всех, так сказать, индейцев с острова, то все, больше эти индейцы не появятся. Это на самом деле очень радует. У нас есть лодка, я могу совершать кругосветное путешествие на тот остров, например. И так что же? Так, вот, смотри. Оп, оп. Кровать бы нам, знаешь ли. Кровать сейчас будет. А, это я мы сделаем. Это мы сделаем вот так. Оп. Так, нет. Это мы срубим. Да, вот это срубим. Так. Сюда надо И. дубовую поставить. И все. Мне нравится. Тебе как найди? Да, прикольно. Сейчас погодите. Тут надо вот так сделать. Оп. Зачем ты коврик мой Фу, спихнул? прости. Сейчас, погодь. На тебе твой коврик. Сейчас я заделаю тут нормально, чтобы было. Окей. Сломай Эй. вот этот, пожалуйста, блок. Какой блок? Ну, который я поставил в комнате, коричневый. Это вот. Да. Все, Во, супер. смотри, все, теперь... И помпа стоит такая. О, слушай, я ее включил как-то, смотри. Что она Видишь, делает? зелененькая А что она загорелась. делает-то? Откачивать воду. Скачивает воду. Но это на самом деле полезная штука, я не буду ломать. Ну, мало ли, да, затопит нас. Так, значит, что бы мне такого классного скрафтить? Я хочу какой-нибудь ящик с оружием. А, мы можем сейчас его позволить себе? Мы его всегда можем себе позволить. Блин, прикольно так сидеть тут. Так, только нет, я все-таки передумал. Значит, нужно кое-что другое сделать. О, железка. Железка, 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 железка. Так, сейчас вот я Это скрафчу луна садится? Да, слушай, последний. ща утро будет, и И мы мы будем тогда. заканчивать серию. Да. Так, значит. Так, все же, пожалуй, все. И теперь я лезу на главную вышку. А, давай Опа! посмотрим. Ух ты, смотри, как И прикольно. оттуда я буду наблюдать закат и с вами прощаться. Так, ща я Так, тоже окей. полезу. Погоди, Все, погоди. я здесь. Ща Так, я тоже Нейзи, ты где? залезу. Эть. Тут на самом деле место ограничено, поэтому ты тут становись. Во. А, не, Окей. ща расширим площадку. Все равно мы больше не сможем телевизор смотреть по этой антенне. Или что это вообще? Ну да, новости не сможем смотреть. Про Ну Украину. почему? Во, вот так. А, вон, Окей, собственно, дорогие друзья. закат вон там. Что ж, дорогие друзья, вот между днем и ночью вот так вот мы с вами прощаемся. С вами были Эмеральд и Нейзи. И мы выживали на этом острове, нам было весело. Если вы хотите, мы это продолжим. Все зависит от вас. Всем пока. Пока-пока.